Последняя новость на этой неделе по Black Rush, и она будет о том, как они открыли свой, не побоюсь, не, да, давайте так, я побоюсь этого слова, 13-й сервер. Мне на самом деле страшно, я как бы, может быть, я все это сплю, может быть, это все не по-настоящему, я не понимаю, то есть... Мне кажется, что это, возможно, театр для меня одного, и я, типа, что-то там сам себе напридумал, потому что он такой сюжет придумать, но это просто 13-й сервак. Просто проект, который запустился год назад, о котором никто не знал, и 13-й сервак, они догоняют Arizona RP. Я такой сижу, ага, то есть вы это серьезно. То есть вы там покупаете уже Малфоя, уже там купили вот этого всего карлика, вора, иллюмината, Митина, то есть там вот прям так все это происходит. И я, типа, чё? Вы серьезно? Я сидел такой, думал, я не верю в то, что это происходит, то, что это происходит сейчас со мной, то, что это происходит сейчас с остальными людьми, потому что мне было страшно. Я такой, типа, зачем? Откуда столько людей берется, которые могут играть? Это невозможно. То есть, был один проект в GTA Crimp, вы его, наверное, все знаете. Дочерний проект другого GTA самповского проекта, типа, вы его тоже, наверное, все знаете. Потом пришла Black Rush и такая, типа, вот я теперь тут вот такая вот. И я сижу, вы серьезно? То есть, Black Rush вот такая вот, это все понятно, все хорошо. Новость. Сегодня, 2 мая, Black Rush открывает новый 13-й по счету сервер под названием Magent, или Magenta, который окончательно закрепит проект в топе по онлайну и сравнится с проекта, давайте-ка я его замажу и называть не буду, но по количеству серверов, то есть Life Mobile почему-то называет конкурентов, хотя, насколько я могу знать, по техническим всем вот этим вот заданиям, я не буду называть конкурентов, но вы, наверное, понимаете, с каким проектом они вообще сейчас сравняются и что там вообще вот такое вот все, вы, наверное, обо всем этом догадываетесь. И, в общем-то, это было за несколько минут, десятков минут до открытия 13-го сервака, и потом, в общем-то, ладно, давайте вот перейдем дальше, немного вот так дальше пройдем. Уже час дня Life Mobile делает следующий пост, в котором вещает нам следующее. Black Rush установили новый рекорд по онлайну в 13 тысяч игроков. На данный момент на новом сервере Magenta стримит популярный ютубер Артур Вениаминович Карлик Вор Митин. И сейчас, и мне максимально страшно на все это заходить, на все это смотреть. Давайте-ка я зайду на официальный сайт Arizona RP. Извините за сравнение, это невозможно сравнивать, просто потому что Arizona RP, она как бы в GTA Самп на компьютер, но она есть и на телефон, типа Arizona Mobile. Но также она, типа, вот, типа, ну, это единственный проект, с которым можно по онлайну сравнить. То есть у Arizona RP серверов, а тут, типа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 серверов у Arizona РП, то есть она уже, так знаете, догнала и перегнала по онлайну сам РП. У Black Rush сейчас 13 серверов. Недавно было 11. Я пришел на открытие 11 сервера и закрепился там вот как ютубер, который вот там сейчас снимает, играет, у которого есть промокод, у которого есть никнейм, на который вы можете зарегаться, как и у любого другого игрока и так далее. И сейчас, смотря на все это, я просто недоумеваю. Как? Каким образом? Как все это вышло? Как все это получилось? То есть, я не понимаю, я не знаю, я не понимаю, я не могу вообще догадываться обо всем этом, и я даже догадываться, если честно, не хочу. То есть, что в Black Rush такого, что она затягивает настолько сильно людей, я без понятия. Я не знаю. И я вот даже примерно... я примерно догадываюсь, вполне возможно, но... Наверняка, я, наверное, не узнаю. И не узнаете даже, скорее всего, вы. Вот, то есть... В целом, ладно. Что я могу сказать? Подписывайтесь на канал, либо отписывайтесь от канала. Давайте добьем мне уже 10 тысяч подписчиков. Смотрите мои видеоролики, смотрите мои реакции на ютуберов Arizona RP и на всех прочих людей. Также все это делайте, также там все это смотрите, познавайте, узнавайте, делайте. И, в общем-то, на этом неделя по GTA CRMP проекту Black Rush, она закончилась. Всем спасибо, всем до свидания, пока у меня... Всем до свидания и пока, скачивайте черную Россию по моей ссылке в описании, там есть мой промокод хэштег ZDS, там есть мой никнейм Данила КПРФ, там еще есть много всяких прочих вещей, о которых вы можете знать, либо же не знать вовсе. Всем спасибо за просмотр, всем пока и всем, разумеется, до свидания, увидимся тут же завтра, я надеюсь, что все это будет в 20:00, либо же немного попозже, либо же немного пораньше. Всем пока и до свидания, и пока.